нам информацию дай. Пока ничего не известно, только слухи. А слухи что будут говорить? Кто что придумал, тот и сказал. Я сейчас жду. Мне следователи сказали подождать. Зайду внутрь, узнаю все, на самом деле, как обстоят дела. Тогда, если что, я вам это сообщу. Были какие-то дела против него, заявления или какие-то возбужденные дела? Мне неизвестно. Если даже заявления были, они же не оглашают эти заявления в СМИ. А сейчас говорят, что он погиб при задержании. Насколько это правда? Ну, я не думаю, что это правда, потому что если была стрельба, обычно стреляют в того, у кого оружие. Но у него навряд ли в руках он держал оружие, и в него не должны были стрелять, если это не был заказ. Понятно, да, я что говорю? Все. Большое спасибо.